Отдых для всей семьи в банном комплексе «Пар». На ваш выбор – баня на березовых дровах, хамам с джакузи, финские сауны с бассейном и бильярдом. Телефон 8-921-037-3030. Здравствуйте! Прогноз погоды на народном телевидении «Хибины». Я его ведущая Екатерина Титла. На выходных Небесная канцелярия даст Заполярью отдохнуть от жары. Воскресенье будет дождливым. В субботу в Кировске пасмурное тепло. Температура воздуха плюс 19, плюс 23 градуса. Вероятны небольшие осадки. Южный ветер покажет свой характер. Его порывы будут достигать 16 метров в секунду. В воскресенье в Кировске пойдет дождь, возможно, с грозой. Из-за этого немного похолодает. Ветер слегка стихнет. Атмосферное давление на выходных будет в норме. В Апатитах в субботу тоже облачно. Плюс 20, плюс 24 градуса. И порывы ветра до 16 метров в секунду. В воскресенье похолодает, но незначительно. Столбик термометра будет держаться на отметке около 20 градусов. А ближе к вечеру пойдет дождь. Атмосферное давление в пределах нормы. В Мурманске на выходных тоже будет облачно и довольно ветрено. Впрочем, и в столице Кольского Заполярья температура воздуха снизится незначительно. И в субботу, и в воскресенье ожидается до 23 градусов тепла. В воскресенье в областном центре пойдет дождь. Юг полуострова также окутают облака. В Кандалакше в субботу до плюс 23, в воскресенье до 20 градусов и дождь. Слабый ветер и нормальное атмосферное давление. 12 июня отмечается один из самых молодых и важных государственных праздников нашей страны – День России. Это праздник патриотизма и символ национального единения народов Российской Федерации. Желаем вам хорошо провести этот день и все предстоящие большие выходные. И на этом у меня все. Берегите себя и своих близких.